После обеда сразу передайте файлы Исмаил Бие. А это отправь в архив. Хорошо. Если будут какие-то вопросы, звони мне на мобильный, ладно? Вот, номера телефонов внутренней связи. Я наизусть их знаю, Нурхаят Ханым. Хорошо, но ты все-таки сверяйся перед тем, как соединять. Угу. Это личные номера Нурбея и Керембея. Не забудь главное, если речь не идет о чем-то очень важном. Знаю, на мобильный им не звонить. А здесь есть номера для связи с Бену Ханым и Шахрезад Ханым. Тебе понятно? Понятно, конечно. Вас не будет 2 дня? Верно. Отдыхать поедете? Надеюсь, нет серьезных проблем? Не болтай зря, а за работу принимайся. Будь внимательна, хорошо? Расческа новая. Все волосы на ней ее. Возьмите. Вы знаете, что нужно делать. Я обо всем договорился, Нурби. Результаты мы получим в ближайшее время. Полагаю, вам не нужно напоминать, что это очень деликатный вопрос. Лишняя огласка мне не нужна. Не беспокойтесь. Хотя в этом деле конфиденциальности и так много. Даже я не буду знать о результатах. Я передам вам отчет в запечатанном конверте. Хорошо, спасибо. Всего доброго. Здравствуйте, Керембей. Здравствуйте. Что происходит? То, что должно произойти. Посмотрю правде в глаза. ДНК-тест? Угу. Нервничаешь? Не знаю. Ты поступаешь правильно. Если хочешь знать мое мнение, ты опоздал. Я опоздал не только с этим, Керен. Что будет дальше? В каком смысле? Твое решение. Результаты его как-то изменят? Мне пора идти, а то на самолет опоздаю. В Анкару? Угу. На заседание в министерстве. Я могу слетать? Нет, не надо. Даже несколько часов вдали отсюда принесут мне облегчение. Вернешься к вечеру, да? Скорее, ближе к ночи буду.